Я закончил с моими противниками в прошлом ролике, но это была не основная цель. Основной целью являлось это поселение. Несколько раз они нападали на мой дом. Они убивали бомжиков, которые фармили дерево возле их поселения. Они обманывали в своем казино. Я должен был освободить этот сервер. Но для этого мне нужно было очень сильно подготовиться. Очевидно, один я бы не справился. И поэтому я позвал своего напарника, босса. На самом деле, она выглядит страшно. Но тут всего один мейн. У них отель я через окна сделан. У них внутри в казиноче, смотри, две турели стоит. Три, четыре, пять. Пять турелей зеленых. Но мы ж не будем бахать там, где турели. Сколько? Их много. Их очень много. И что, онлайне вдвоем рейдить? Ну, это отель. Тут, понимаешь, тут просто рандомные челики. Всем привет! Ролика не было неделю, но я не сидел сложа руки. Я готовил для вас видео. Видео, которое можно назвать фильмом. Это одна огромная, долгая и непредсказуемая история, где все взаимосвязано. В общем, почти полтора часа контента. И YouTube иногда может придушить, поэтому я рассчитываю на вашу поддержку. Мне поможет любой ваш активчик. Комментики я тоже жду. Наберем 20 лайков под этим шедевром? Рекламы тут тоже нет. Приятного просмотра. Оу. Тихо. У меня на хате 5 типов. Понял. Они убегают в сторону отеля. Ну где этот отель находится? Прям возле меня. Хотель. Open. Оп. Оу, nice man. It's beautiful. It's Hotel Nelson. Hotel Maker. Английский от босса. Оу, nice. No? It's beautiful. Слева видишь тип в антираде? Пойдем убьем его. Вижу. Он мне не нравится, их двое. Давай за байчи, стой. Готов? Hey, man. Понимаю. Минус два. Забайкил. Иди, антират. Справа. Убил. Килки. Бегать фермить нужно было очень далеко. И поэтому я взял компоненты и побежал на аутпост. Хотел купить топовые детальки на тачку. И помимо этого, нужно было переплавлять все наши ресурсы. А серы у нас было много. Надо серу сейчас будет заправить. Серы у нас было много, но ее никак не хватало на ту территорию. Поэтому нам нужен был наш магазин. А пушек у нас было очень много, которые я мог продать за серку. Так, это мы сюда. Пускай, ладно, пушки здесь будут. И вы меня знаете, подготовка не может оказаться без лишних противников. Да и это было бы слишком просто, да? Угу. Как же не вовремя босяра уходит в АФК всегда, ё-моё. Встретить на крыше я его никак не ожидал, так как я его видел внизу. Он меня перестрелял, но я для себя подметил эту территорию. Домик там был буквально на 4 ракетки. Босяра вернулся, и мы решили к ним наведаться. Гаражки открывает. Он, ну, тихо, он это... Бегает. Только не откисни. Ты жив? Да. И давай с ракеты туда бахнем. Влево угол. Нормально, все задамажилось как надо. О, тут тачки.
Аккуратно, контракт. Тут ягоды, чувак, нам они нужны. Это уже окуп. Давай дальше бахать. Тади. На добивке будет. Бахни разок. Минус машина. Две ракеты не хватает. Одной ракеты не хватает, у меня одна есть. Хм. Он открыл ворота, смотри. Беги домой за разрывными. Минус один. Я чуть не откис, да. Один в топ-сайте с калашом. Вижу его. Он все попадает, чуть не откис. Ты с Бердой? Ну да. Хожу ближе. Он пикает как-то очень, очень тяжело. Минус. Один full dead. Там, возможно, еще один. Привет! Дай, дай, шкаф, дай. Ломай, ломай. Найс, понял. Такое. Верстак надо забрать отсюда. Меня... Да боже! Серьезно? Ты серьезно? Подожди. Четыре хита топ-гиру дал. Иду добивать. Не пей. Он умер. Ведь? Чё за паркур? Паркур, паркур. Кто бы что ни говорил, но фермы рейдить это реально выгодно. Особенно, если там выращивают чаи. Так, 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 так. Мне нужна еще сера. По-любому. Берем калашик и идем фермить. Чего? Калаш 80 МВК стоит? Блин, ну на самом деле, чтобы бахнуть вот эту вышку стеклянную, там не особо много ирисов надо. Но это будет очень тяжело сделать. Тем более я вижу типов там в онлайне. И они в онлайне круглосуточные. И вот еще в онлайне тип стоит в окне, в топ-сете. Hello, don't worry, this is my shop, why you shoot me? Окей. Ой, я родился. Бля, я спанку себе не кинул. Братан, не дашь, пожалуйста, один патрон на бирду? Флок на 60 FPS. Да, без проблем. Надо серки фармануть ящик буквально, и потом можно идти это, бахать отель. А ты не помнишь, каких компонентов нужно по два? Смотри, коленвал один, карбюратор один, все остальное по два. Блин. Жаль, что это не грузовой цель. А, вот спереди грузовой, дядь, трехстрочный. Надо домой съездить, я скинусь быстро. Починим тачку. Или поехали на переработку и тачку починим на аутпост. Надо тачку починить. Что-то она вообще не едет. Тут два было бомжа. О, еще тачка. Во! О, вот это, кстати, прикольно. Вот это то, что нам надо, смотри. Правда, нет рюкзака. Ну и фиг с ним, зато мы не умрем быстро. Ну и пофармить спокойно не удавалось, так как онлайн на сервере был 3 сотки. Скал вроде занял, пикает. Через альт чекает. Справа пикает один. Угу. Слева один снизу пикает, идет к тебе наверх. Двое жмутся там, жмутся. Я одного положу. Иду к тебе. Хорошо, иду к тебе. Двое жмутся там, группа. А ты вон что? Я убил троих. Хорошо, молодец. Good.
Как раз по трошке подъехали. Фермеры, чел. У него калаш был, да? Одного. Крафти ящики тогда, что с листеш? Не, у них фигня полная по ресам, но... Они камень фармили, я не знаю зачем. Буры. Забирай буры, патроны, патроны, все забирай. Ну, напугал, боже. Я испугался, вон бур. Я сейчас... Нормально, мы дома. И пока мы фермили, наши соседи с казино не спали. Они рейдили наших соседей. Нет, там в две базуки кто-то бахает и два болта. Там два болта кроют, вот это проблема. И патронов нет. А я знаю, откуда два болта кроют. Они к отелю бегут. Я вижу, что рейдят, там турель стоит. Откуда работает болт? Минус один. Вижу снизу одного, могу попасть. Трюха, ты готов? Нам надо убить. Почини тачку. У меня просто 0 FPS. Плюс. Опс. Прям скал. Минус один. Там еще один. Я ему много дал. Ворота вышли. Убил чела. Мне его патрон нужен. Это отель рейдит. Второго убил. Вроде как. Тут гантрап аккуратно. Я умер. Давай я заеду. А, тут одно место. Окей, залезай, Кирюх. Илюх, а. Поехали. Макс. Я сзади. Ты не заедешь туда, ты умрешь. Кирюх. Минус один! Поднимите меня! Поднимаю. Шкаф, нужно... Там еще сейчас из улицы придет сейчас, Кирюха. У них. Тут ракеты есть обычные. Сейчас дверь вынесем. Есть. Двери нужно крафтить, двери срочно. С улицы идут. Отойдите. Справа. Все справа. Вы умерли? Да. А, он уже на вышке, все, это ГГ. Он уже на другой вышке, мы уже ничего не сделаем. Ну я его даже там заултать не смогу. Вам нужно голыми идти. Я под забором одного убил, видел где? Я вижу. Там турели открылись, аккуратно. Турели на зеленке? Минус тип на вышке. Турели нет. Не знаю, как ты оттуда будешь убегать, но оттуда убежать, мне кажется, невозможно. Я попробую. Тип меня пушит. Он открыл ворота, там еще одна турель. Минус один тип. Вижу на земле. Да. Я убил того, кто выходил. Ты умер? Вышка пикает. Черный голос. Минусанул. Меня убили. К сожалению, отбить домик у нас не получилось, их оказалось слишком много. Мы не теряли надежду, ведь мы рассчитывали на то, что мы их зарейдим. Бегать фермить нам приходилось очень далеко, поэтому я решил отстроить наш гараж. Все, работает. Пойду тачку искать. О, это наша. О, наша топка еще осталась. Даже детали. Сейчас мы вкусно заедем домой и пойдем вкусно фармить. После вкусного поста нужно вкусно пофармить. Комбинируем бибику. Что у нас получается? Это мы снимаем. Это мы вешаем. О, вот это я понимаю уже. Машина моей мечты.
Зачем? Все, можно ездить, фермить. Предлагаю на утро этим и заняться. На утро я решил отстроить большую печку, чтобы металл плавить было намного проще. По секретной застройке. Про отель я не забывал. Я стабильно к ним наведывался и пытался кого-то поймать с лутом. Тут чел стоит. Минус топ гир. Хорош. Тут шкаф открыт у одной печки. Тебе. Тебе какой-то с факелом, по-моему, бежит. Я в него фул натяг. What are you doing? Да. Одного убил. Надо разбить, надо разбить шкаф. Слева, слева чел, вон слева чел, вон слева чел на 245. Калаш. Я отошел. Там, по-моему, двоих убил. Чувак, с моей стороны сейчас к тебе под зарашит тебя хазмат. Я убегаю. Фонарь светит. Убил. Убил. Хорош. Я, походу, сейчас умру. У меня калашист наяривает. Я жив. Убил. Хорош. Убил, чек. У него мало хп, понч. Убил одного. Убил калашиста. На мне. У ЛРК одного должна быть. Мне опять положили. Справа калаш. Понч, уходим. Уходим. Заходите. Уходим, понч, уходим. Ты жив? Я не могу, я не уйду. Я стенку поставил, я жив. Ты жив, нет? Я жив, но я за стенкой, он меня пушит, он у меня прям. Сейчас он у меня будет. Тихо, не-не-не, он уходит. Я убил одного. Я лежу. Он возле меня, он на мне. Положись, это же. Я убил его, это другой. Одного медведя захавал. Пятером, шестером. Так, если мы не справляемся втроем, нам нужен зерг. Тогда. Все. Все, сейчас будет зергопати. Нельсон, зачем ты мьютишься? Команда Epic Fail, просто название ролика, слышишь? Сегодня босс такой, смотри, гантрап. Не попади с него, проходит 20 секунд спустя, босс валяется от гантрапа. Три хита. Ты мертв? Нет. Аккуратно, не идем. Они бегут к дому, походу. Один сидит за уступом, сейчас начну по нему хрить. Пикает тебя, пикает. Вижу, типа. Один по правой пушит, один слева снизу сидит. Один минус. И один снизу. Добьешь его? Пикает, пикает. Убегает, убегает дальше. Нет, нет, меня. Он не попадает. Минус. Четыре хита, добей его. Минус, 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 минус. У-у-у! А можно залутать? Скрапа у нас было больше, чем предостаточно. Поэтому мы ездили на аутпост и закупали металл и топку. Поехали, панч. Че, евро, мне? И когда мы покупали буры, мы услышали, как рейдят неподалеку от нас. Я справа. Плохая идея. Тут пулеметчик. Ты внутри. Они на лестнице. Все убил, две головы дал. Там гантрап. Пушьте, 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 пацаны, пушьте. Пушьте. А слева будет. Подожди. Сейчас, подожди. Минус один. Убил фулл сет, убил фулл сет. Внутрь крышу. Типа внутри убил. Да-да-да-да, еще на крыше. Я убил его. Это было тяжело, но я справился. Я убил. Я убил всех. Кто-то придет ко мне?
Я всех убил. Под хату хазик ползет. 230. Почти под хатой. Ну что, убили? Дал хит, ты где? Я подбегаю на голый. У меня 2 типа. Если одного убью, я походу откисну. Я жив. Ты жив? Нет, они просто халдят. Минус 3. Еще один. Тихо. Минус еще один. Есть кто-то еще один, я подбежал. Я без хп, тут есть тип. Где лутать? У меня 5 хп, 2 с кровотока. Это ты возле меня? Не подбегаю. У меня внутри кто-то есть. Его гантрап, походу, убил. О, это плохо, это плохо, это плохо. Я отъеду, я отъеду, я отъеду, я отъеду вначале. Уберите. Открой ты. Дальше, 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 садись. Домойся. Тип бежит с двухой. Нельсон. За нами бежит. Садись, Нельсон. Нельсон. Сел? Да. Поехали. Это что было сейчас? Квадрат. Треугольник. Ну вот это можно не застраивать, КНПЗ. Понял, да? У нас, кстати, ничего такой домик получается, атмосферный. Ну так. Теперь у нас нормальный дом получился. Без дырок. Ну как сказать. Идеальный дом, что ты быкуешь? После того, как я обустроил домик, я вышел. Зайдя на следующий день, я увидел, что домик еще жив. В тот момент, когда я АФКшил кубик, нашел какой-то интересный домик, который мы могли пробахать. Дим, назад. Там 2 типа. Вы сдохли? Я сдох один. У меня скоростная есть. Окей, окей, окей. Слева сразу сидя. Так бахни туда. Со скоростной. Он там лутает, лутает максимум. Ну нахуй. Кто еще один? Да все. Он с ракетой тут в джаггере. Чё? Скоростной, кстати, могут забрать. Уеб тут. О. Кубик выпить. Чё там? Ты видел, сколько пороха? Вот тут, смотри. Ебать, тут стволов. Тут ракеты есть, чуваки! 7 сишек! Тут 12 ракет и 7 сишек! И 2000 из рапа. Я ж тебе говорил. ЛОЛ! Так, пойду-ка я ставить магазины. Только куда? Наша подготовка к рейду шла вперед. И нам оставалось только накрафтить ракеты. И в принципе мы были уже готовы делать набег на это казино. О, поехали. Вот я понимаю. Подожди, подожди меня. Тупо на мусорку его везите сразу. Да. Подожди меня, подожди, подожди. Надо байтить верт. Нам нужен пулемет, чтобы рейдить ту базу. Найс. Это было как-то просто на самом деле. Ну, блин. О, как офигенно. О. Понял. Найс. Минус полик. Наконец-то мы накрафтили ракеты и были готовы уже сделать наш первый набег на их территорию. Бью. Если я ваншот, ты его сможешь удать? Да. А, он закрыл, забей, он меня закрыл. Убивай, убивай. Убил, убил, убил.
Они закрыли! Они закрыли гаражки! Сейчас откроют! Тролли открыли! Ло хп! Чувак, они со всех сторон вышли! Ебать их! Хелп! Их миллион, чуваки! Это будет весело! Как же лагает, чёрт, я не знаю. Какая-то перна. Справа тебе. У двери, по-моему. Либо этот, докторка. Это был Азул этот. С болта стреляет. Чувак, у них со всех сторон киды. Я умер, там можно бустануться. Буст, давай фастом, буст. Прыгай. Найс. Все хорошо. Я внутри. Я ему три хэдшота дал, он умер. Нет, я бачу контакт. Я убил болта метров 200. Убил болта. Я ему три хэдшота дал. Они пушат вас. В дом заходит один. А, на вышке, которая близко 2 на 2, видишь? Два этажа, там челик сидит. Два этажа? Да. А на самой большой вышке бомж какой-то, где ветряк. Болт удал. Не подбегай, Нельсон, лутай себя и сваливай туда, он люк иногда открывает. У меня ничего нет. Я понял. Найс, топ-сет забери и там ЛР-ка. Сишки давай. Голову убил. Хорош. Я сюда думал бахать. А, нет, это второй этаж. Куда бахать? Дай сишки, я покажу, куда бахать. Он спину валит, ты что это? Пойдем за мной. Вот первый этаж. Иди сюда. Там гантрап. Нет, он пустой. Вот первый этаж и вот стенка в центр, смотри. Так, нам не хватит, ну ладно, бахай. У меня тип. Откуда элка? Кто с элки? Я думаю, у него проходка даже. Это вы рейдите, да? Он, смотри, тут. Тут гантрап аккуратно. Что там, по-моему? Тут какой-то топ-сет. Чел. Бустани наверх. Стой, бустани. А в последнем этаже отеля тип в топ-сете стоит. Чуваки, тут голый топ-сет. Дал хит ему. В дверь пикаешь. Убил. На казино еще убил. Я без тени в доме, вся остальная в тиме. Жив? Третий перст, да, жив. Дальше. Просто накидывай сразу. Я здесь стою, если что. Ты на лестнице, да. Я сразу лучше дам. Оп! Ты жив? Да. У тебя есть красные? По-моему, все. Стоп! Он там. Могу прыгать на размену, если что. Да, прыгай. Убил. Жив? Возьми. Да, у меня хп нет. Что, ракету? Да. Это, типа, возможности, парни. Металла много. Ломаем с палки, застраиваем хату. Надо хату застраивать, шкаф. На улице зашел в дом. Можно потихоньку так, кстати, хаты и выносить, чтобы нам облегчать. Но нам тогда на мейн ракет не хватит. Нам нужно отель бахнуть, слышишь? Ну, да. Я знаю, где шкаф. Видишь, металл стенка, это шкаф у них. Мы сможем как-то сделать так, чтобы быстро бахнуть их и застроиться. Хорош. Короче, отходим назад. Вы можете кто-то остаться контрить. Мы сейчас быстро возьмем ракеты, по хилке сделаем. Пойдем бахнем у них отель. Поснимаем окна и будем спокойно уже выносить их крышу. Нет, ночью будет намного проще, только потому что они не будут с вышек по нам стрелять. Кажется, могу кому-то дать три ракеты и базуку. Кто со мной бахать будет? Заряди в свою тогда. Я быстро две выпыляю. Парни, если что, все в тиме, можете убивать. Мы ждем вас тут, мы не бахаем, ждем вас тут. Не стреляйте пока, ждите просто, сидите, чилите. Можно по гаражкам вышка, потом вышка пойти. Сверху на этом отеле или что это там, где вот этот человек, который бахает? Да, да, да. Фигал. Вот за дверью сейчас иди наверху. Вижу. Хорош. Бахай просто дальше. Там можно... Там слабо. Мейн пикает. Нет, да как не попал? Шкаф? Изи! Стой, крафти, люди. У меня есть шкаф. Подожди, не ломай пока. Сука, заряжаюсь я патроны. А, тут билдинг-блок все равно. Возможно, я могу обратно поставить шкаф.
Нет, это плохая идея. Они... У них доступ есть. Хотя... Тут билдинг блок везде. Я могу обратно шкаф поставить сюда. Он на лифте. Кто на лифте? Кто на лифте? Он. А скольких мы убили? Зачем? Нет, нет, забей. Мы сейчас по-другому сделаем. В лесу. Вытащите патроны, пожалуйста, быстрее. На ПНВ, ищи с ПНВ. Что за питон? А, там, где М39 свет горит. Я на самом верху был. Я тоже слампа. Сейчас будет пикать М39. Да блин! Дима, у тебя мейна, пинда есть? Мейна. Кое-где есть, да, на крыше мейна. Я внутри. Тут лут есть. Много лута. У меня лоу хп, я выбросил. Тип закрыл дверь. Я упал на самый низ. Гаражку закрыли. Убил его. А вверх никто не чекает, я как понял, да? Убивай. Не надо. Убил, убил в антираде. Надо М39 еще бахнуть. У кого еще есть базука? Он без... Убил. Хорошо, смотри мой труп, пожалуйста. Буз дай. Тебе тоже сюда надо. ЛР нет. Вот теперь да. Убил его. Хелпа нужна, ребят. Я 10 хп было. Убил. Я лежу. За домом М39. За домом М39 кто-то на картах крадется. Да, тихо. Подними розыгрыш. Тихо, у меня антирад. А ивборд ты здесь? Ивборд. Минус. Убейте медведя, блядь. Медведь под входом тем. Минус еще. Ребят. Убил. Выходит из... Меня убило ДБ с кустов. Убил ДБ. Я один, у меня патронов нет, хила нет. У меня ракеты. Я тоже. Во мне лежит. Тут есть кто-то, лутайте себя. Кирилл. Законтрите, я залутаюсь. Диман, у меня 4 хп есть еще и 6 патронов. Быстрее. Чем дольше мы это делаем, тем сложнее это будет. Он на улицу вышел. Убил. Вот сюда, в перекрестие, да. К кусту. Поднимите меня, если можете. Справа сейчас, справа сейчас топать. Еще один там. Бахай быстрее. Я в сейве, но мне нужен хил. Он бежит к нам, пушит. Он выбегает. Я умер. Я тоже умер. Помогите снизу, он один. Он один с ракетами сейчас. Такой ЛРкин. А, не знаю, он не ёбнул. Макас. А я М39 сейчас убью. Понял. Я убегаю. Убил. Там тип на улице. Лутайся. Я без хп. Ёбу, я его убил, все. Хорош. Вот еще бомба, еще фулсет бежит к вам, к ферме. С задней стороны. Откуда? Или это наш, я не знаю, у нас без пачки же нет. Там два типа, один бахаем фулсет, дальше, один бахаем дальше, бахаем есть. Дальше. Бахаем дальше. Тип. Меня убили. Я умер. Всех я убили? Я умер. Он убил тебя? Я еще типа сжег, но умер сам. Кто-нибудь, бегите туда быстрее. Пончик, Кирилл. Убил типа с калашом, убил типа фулл с этим. Первый я убил его. Еще одного убил, я двоих убил. Найс, 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 где они? Они там же, где мы бахали. Где, 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 вот здесь? Да, 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 справа. Мака убил. Нет, из инфу даешь, тип, из инфа. Убил. Убил второго? Убил второго. Все. Надо бахать быстро, бахаем, отойдите. А, отойдите из-под стенки. И в бор. Уходи. Отошел, отошел. Там тип фулсетин. Убил. Убил, убил, убил. Сорян, я про тебя. Нормально. Вставал. Там турель все, огненная, все. Огненная. Бахнул. Ждем, ждем, ждем. Надо контрить вход, надо контрить. Никто сюда не заходит, кроме нас двоих. Контрите вход, контрите вход, иначе это ГГ. Убил. Я хитую стену. Отойдите, не умрите, не умрите от базуки. Я живу, не переживай. Парни, вход, чекайте, зачем. А, пончик в муте, все, забил. Пончик. Нам не хватит одной ракеты. Нет, хватит. Сверху открыл.
Я чекаю, я чекаю. Там обвалилось что-то, чел. Чекать на изи. Я вскрыл все! Там чипсараки. Минус! Хорош. Я иду. Ракеты нужны еще. Слева тип. Убил. Тут гантрапы, аккуратно. Я без хп. Гантрапы, аккуратно. Нормально. В тебе могут быть ракеты, Дима, в тебе. Тут много лесов. Да-да-да, но там гантрап, я не могу чекнуть его. Ищи, что? Серый, тот... миллион. Я знаю, я знаю, я знаю, нам ракеты нужны. Два калаша. Меня взорвали. Шкаф. Бежит, нашел шкаф. Я вижу, где шкаф. Вертуха, убей, бомж перебегает. Бомж тебя рашит, слева, слева. Не бомж, прыгай, раш, пожалуйста, вертуха. Кирилл. Все живы, все нормально? Сука, я умер, блядь, это князь. Там чел сидел с бердой. Убил его последним куда патроном. Шкаф, куда шкаф ставить? Я не знаю, я еще не бахнул шкаф. Обычный патрон 0? Да, у меня вообще 0. Сюда же поставь, где он и был. Или куда-нибудь, нет, куда-нибудь, где застроить можно будет. Вон в квадрат каменный. Пипега сквад называется. Шкаф наш. Ага, она меня убила. Смотрите, чтоб к вам эта элка не приперлась. Надо застраивать теперь тот шкаф, который стоит в этом. Застроит. А, это вы. Фух, все окей. Я, отойди, отойди, вертуха. Я пробахаю гаражки. Нам на мейн не хватит, походу. Меня убили снаружи, во мне много. Справа. Убил. Хорош, хорош. Все. Надо застраивать тут как-то. Тут ящики. Видели, сколько у них чаев? Каких? Смотри. А, договорил кто-то, что у них чаев дофига. Ты меня в отеле застроил, вышки. У меня там спальня. Боже, сколько ягод. Вышки, ты можешь. Я спалку могу в другом месте тебя поставить. Там еще ракеты лежат. Найс, nice, плюс ракеты. Нет. Спалки накидайте, ребята, вы в отеле. В казино, то есть. Да, ткани нету. Есть ткани. Я уже фул. Пойдем наверх, я тебе покажу, где у них много лута. Че, у него ни одного фонарика нет? Забирай все, что можешь, все, что видишь. У меня 54 двери крафтится. Нормально. Еще и салют в нашу честь. Найс. Минус отель, минус казино. Минус казино обманщиков, которые бегали и убивали всех в округе. Плюс миллион лута. Вы могли бы подумать, что это конец. Но нет, вы очень сильно ошибаетесь. До концовки еще очень-очень далеко. На ночь мы отстроили новый домик, чтобы нас не зарейдили, так как про тот дом знали полсервера. Мы зарейдили у них казино, отель, домики. Но они все это восстановили на следующий день, представляете? И у нас появилась цель зарейдить их мейн. В мейне у них было очень много лута, так как они потратили очень много сишек на то, чтобы вернуть все шкафы. Сегодня нас ждет увлекательный геймплей. А что, бибики у нас не будет, да? Потихоньку мы расширяли нашу черепашку, так как лут складывать было уже некуда. На одном из фармов нас убили читаки, к сожалению, этого я не заснял. Мы решили проследить за ними и узнать, где они живут. Я нашел дом читаков. Ой. Может, твои друзья были? А, да-да-да, друзья. Сейчас я умру и скажу, кто это такой. Читак... Рейдсон какой-то. Читак убил этих рейдеров. Red Sun. Red Sun у него нет. Кидайте Red Sun репорт. Заходим. Я скинул репорты. Все, идем, одеваемся, берем ракеты, идем бахать их. Я вижу, прям через стену пушка торчит у меня.
Как вы догадались, китайских хакеров забанило, и мы решили пойти пробахать их домик, так как там должна была быть наша Сера. У нас патронов нет на калаш, держу в курс. И Серы нет у нас. Ладно, пофиг, я думаю, мы справимся. По минимуму берем всего. Насквозь бахаем, у меня ракета есть. Да, там чел на брюнах. Поехали. Я это слышу. Есть еще ракета у вас? Наверху. Двери, двери, двери. Убили его, нет? Убила его, убили, убила. Найс. А, он минус, лол. У меня нет ракет. А, вижу его. Убил. Перезаряжаю скоростную. Вообще другие типы. Я его внутри взорвал. У них ракеты есть, сишки есть. Отойдите, отойдите. Отойдите все, не прыгайте. Спать. Найс, шкаф. Двери нужно фастом крафтить. Я металл нашел, сейчас дверь. Крафчу дверь, крафт замок. Просто в ноль их вынесли. Где? Где? Вот, вот, посмотри. Где? Вот, вот, правый ящик там. Это окуп. Быстрее двери. Четыре ракеты, два пули. Сейчас поставлю, две секунды. Там снизу полторы строки ракет. Отец, а. Сзади просто лежат что-то такие. Наш пароль. Капец, мы их вынесли. Просто разнесли у них хату. Такой залп ракет просто. Тут еще ракеты, Дима. Да. Еще четыре. Пять сишек. Чаи топовые, пулик разрывные. Пять сишек, видели сколько базук там? Тут какой-то шныр лазит. Надо застраиваться. Тут серые наши много. О, так это этот, походу, все-таки пришел на спину. Убила? Да, походу. Найс. Еще один справа сидит, прямо на камне перед. Нет, уже не сидит. Он отошел. Минус. Металл есть у нас? Нужно? 600 металла есть. Отойди. А, надо? Двери крафтите. На все. На все? Да, на все крафтить двери. Ой, не туда. И два замка крафчу. Две двери, два замка. Еще одна крыса с берданкой. Ты умер? Забегай внутрь. Ты жив? Получилось. Кинь спалку, кинь спалку, слышишь? Найс. Леська, тоже кинь спалку. Ну мы походу вернули все сеты. Yeah. Две строки, это сколько? 36 ракет. Вау. Я умер, понял. Найс, вышел. Прям под дверью. Ты голый, да, вышел? Нет. Два хита ему дал. Минус два. Еще один где-то. Минус еще один. О, Маркус. Чушка. Мы можем сейчас ракеты брать и сваливать отсюда быстро. Давай налево, 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 еще раз налево. Стенки есть? Нету. Кек. Я думаю, нам теперь менять ники надо. После такого залета. О, у нас две строки ракет, шесть сишек, разрыва есть. Мы можем вайп этим пацанам устроить. О, у нас серы уже много, найс. Отлично пофармили. Переносить утят с базы читаков нам пришлось очень долго. Но все же мы его перенесли. Оставалось совсем немного подготовиться, как мы могли делать второй забег на казино. Не, у меня он дергается. Алло, братик, ты куда пополз? Вставай, алло, надо работать. Вставай, братец. Пока у нас все плавилось, я мог себе позволить поболтать с рандомными бомжиками. А зачем у тебя 4 ракеты и пулик с собой был? Это я понял. А чё этот?
чё вы с этим казино файтитесь? Чё у вас за контры? Они меня вначале убивали, чувак. Да какой челе? Они вначале бегают, убивают бомжей, тут рейдят бомжей, бегают впятером, а когда их начинаешь рейдить, они типа: ой, зачем вы отели рейдите? Мы ради людей стараемся, серьезно? Я понял. Да не, ну хотите рейдить, мне это в принципе большими буквами он пишет, типа нас типа забахали. Я говорю, откинь мне спалку. Он мне откидывает спалку, я говорю, что за хуйня? Он типа, ну говорит, нас зарейдили, но мы уже отстроились, типа забрали они там до хуя, но ничего страшного. Что-то такого мне ответил. Ну, забрали мы у них просто вот много. Это даже не много, а очень много. Ну, это компонент, он говорит, забрали, да? Мы все забрали у них. Все ресурсы, компоненты, потом калаши, вот это. МВК там, наверное, 1000 забрали у них. Так что нормально было. Спустя несколько часов мы снова накрафтились и снова были готовы отстроить кибу у них прям под домом. Мы решили забахать мейн. И они были в онлайне, как обычно. Что только там строится? Смотри, короче, видишь, где я на карте? Да. Я прям тут могу строить. Вот тут уже не могу строить, тут шкаф стоит. Мы можем его бахнуть и в соло прям построить у них. Кто стреляет с калаша? Я. По кому? Скафандр, он тебя целит. Он сейчас выйдет, наверное, не? Он лежит в роли, он даже еще не килялся. Меня убили под домом, скафандр. Убили его. Кис. Бегу лутать тебя. Я с одной стороны у них буферку поставил, нормально. Кого клаш? Я дед. Он в полсете вышел. Ну где вышел? Наверху на вас или снизу? Я не знаю. Я понять нужно. Надо вышку теперь поднимать наверх. Будет гаражками клацает. У них это не может быть мейном? Не. Отойди, розыгрыш. Не лезь туда, я сейчас ракету ебану, блядь, если не открою. Бегите домой, кто-то за ракетами. Киляйтесь, бегите ракеты, берите все. Спалку, сейчас мы отстроим. Сейчас отстроим. Отстроим. Нам ресы нужны, дерево, металл, короче. Пойдем. Надо кому-то контрить, оставайтесь тут. Открыл. С пуличем. Он с пуличем. Тут гантрап, я умер. Зачем? Разбейте гантрап, и там пулич, там пулич. На самом деле, то, что я умер, было как раз мне на руку. Я сбегал, взял ракеты и вернулся туда уже со взрывчаткой. Пикает тут. Убил! У меня пикает. Бегайся, Нельсон. Я его убил снизу. Окей. Нельсон умер. Сишки возьмите. В воротах цит. Пифита. Открывай взяли? Двери, тихо. Много ракет берите, сейчас пробурим их. Убил. У него КД на спалке. На горе, МВК дверь открыта. На горе, на 35. Ракеты взяли? Дайте патронов, пацаны, или лучше? У меня 20 патронов. Надо кому-то домой за ракетами идти еще. За ракетами. Бля, 739. Гантрап слева. А, лево нужно долбить. Можно мне... Стадать? Прыгай сюда и бахай гаражку. Что там? Гантрап. Гантрап. Дальше. Работает, МВК дверь, работает. Стреляй в нее. Магазин и гантрап. Тут лутовая справа. Гантрап ломай. Сишки! Много. Справа зашел. Убил. Две сихи накинул. Мы сейчас шкаф заберем. Держитесь, ребят, нельзя умирать. Терпим. Шкаф открыт. У вас где авторизовал? Авторизовал. Иду авторизовываться. Надо застраиваться как-то. Сейчас все будет. А с крыши надо. Тут вход. Две строки пороха. Окей. Застраивай, я открою вход. Подкибай фулсет. Нужен металл, дверь двойную срочно сюда. Я застроил выход баррикадой.
Нам сюда металл нужен, иначе мы нас обратно пропахнем. Да. У нас прям под хатой калаш стреляет. Я знаю. Он стенку поставил. Один минус. Я их прижал, ребят. Прикинь, них нашел соло металл дверь, Дим. Соло металл дверь. Минус еще один. Я всех убил в топ-сетах. Там дверь лежит. Я спальник себе сейчас туда кину. Второго убил. Я всех убил, ребят. У нас под хатой три типа. Наш спальник здесь в хате без скина лежит. Меня ваншотнули. Я строю. Там двое. Сейчас спальник кравчу, кубу откину. Минус один. В топ-сете. Хорош. Там еще один, там еще один. Нельсон, ты можешь попикать через этот. Он справа репикает. Ты не умер? Мне башку дали. Поднялся. Убил еще одного. Скач, под хаты кто-то бегает голый, по-моему. Залез фулсет, залез фулсет. Я застроился. У меня ракеты. Скоростные? Ну, почти подбежал, кого видеть. Убил калашиста. Еще убил. Они в джаггерах. По нам стреляют. Забрал лестницу. Вы залезать будете? Невозможно пока это сделать. Нельсон, откидай спалки нашим, пожалуйста. Застраиваться надо поплотнее, срочно. Я чекаю лестницу. Убил типов. Много. Там в джаггере тип сидит. Где? Под хаты. Под хаты сидит. У нас? Убил одного. Убил вышку одного. Меня убили. Я внутри. На. Вижу хазмат наверху. Спрыгнул вниз куда-то, на кибе. На кибе в отстрел запрыгнул. Обратно борт снаружи туда. Минус три. Я троих убил. На крыше. Минус три дал. В джаггере убил типа. Кто под кибой бегает? Мы. Убил еще крышку. Держимся, нормально. Я жив. Бомж с болтом под воротами, Нельсон, там. Тут где-то тип с топором. Убил. Металл принес. Двое там. Патронами раз. Двойные двери, еще раз повторяю, есть? Отойди. На 30, чел. Меня ваншотнули. Дельный кубик на 30, чел. Один минус. Где еще болт? У нас на кибе. Это чел. Я на хате, рейженые типы. Туда уже залезли. Одного убил. Он сейчас залезет, мне кажется. Минус два дал на кибе. Я на лестнице забагался. Ну просто прилип к лестнице. Я его не убил. Ты не выстрелил. Там чувак с хвшкой сидит, заряженный в базуке. Не хвшка. Не открывайте с внутренней стороны. А тут на рейженной хате типов миллион просто. Они задолбали, убейте их. Одного убил. Второго убил. Третьего убил. Я бегу. Всех убил. Тут. На рейд кибе вижу с базукой тип. Двое их там, двое. Опа. Это боевая ракетка была. Нормально он мне выдал. Ты ждешь, когда тебе дверь откроют. Тихо. О. Я в кибе.
которую мы рейдили. Мы тут вдвоем, тут никого нет. Я двоих убил под кил. По мне дали? Убил одного. Там мне дали зажигалки, мне больно. Три человека опять на зарейджене, когда ты дымил. Двоих убил. Димас, я всех убил сверху. Нет, нет. У нас сверху? Да-да-да, я двоих убил, там двое только были. Сейчас поднимаются опять. Опять поднимаются, залез. Они хотят с базуки пострелять по мне. Мы идем убивать сейчас фулсета на крыше. Минус два. Фулсет убил. Там опять бомжи лезут. Можно бомжи? Типа растянуло, я не могу его залутать. О, киянки есть. Бомж залетел к нам, бомж залетел. Я скрафтил. О-о-о. Они втроем сидят на мейне с болтами. Пойдем, пойдем кубик наверх, пойдем. О, минус их корова, били. Их сбили. В смысле? Лили? А, он сам попал в тебя и в эту. Инвалид сам он себя он разбил корову. Почти разбил, в нее раз стрельнуть. Меня убили сверху. У нас варик только один, вы хотите бахать их? Они нас рейдят. Двенадцать хп, Понч, готов? Садись в угол. Я, скорее всего, сейчас вайпнусь первый. Походу, минус все ракеты. Ракеты кончились. Он меня взорвал. No. Ты тоже умер? Вы мертвы, нет? Нет. Он залез, залез. Он запрыгнул. Почему бы раньше это не сделать? Вы умерли, живы? Понч вроде живой. Второй набег был полностью проигран. Ракеты все они забрали, и рейдить их нам было нечем. Наши все ливнули, мы остались вдвоем с плюшкой. Мы не собирались сдаваться, и поэтому мы остались на всю ночь фармить печка серу. Печка плавится, вторая тоже плавится. Мне нужно фармить дерево. И вообще, я бы сюда немного пушек перенес, потому что моя черепашка Джо осталась вообще без пушек. И патроны. На случай, если будут рейдить тот дом, чтобы я мог отбиться. А я, наверное, так и сделаю. Мы вспомнили про пещеру, которую рейдили читаки. И решили посмотреть, есть ли там что-то. ППС лимит? И с моей стороны спускаешься, я тебе на головешку становлюсь. Скинь тут 1000 скрапа куда-то. А то мы потом не найдем. Ё-моё. Полагает? Кошмар! Все, давай, тебе нужно попасть в дырдочку. Чего ты надо мной издеваешься? Давай, ты почти спустилась. У меня безумно. Все, и лети только прямо. И все, не нажимай ничего. Я спускаюсь лестницу на тебе. Изи просто. Я выжил. Изи катка. А я выжила? Нет. Я лежу, подними меня. Поднимаю. Вообще изи, да? Прописываю FPS лимит 0. Пещера была фул застроена, и забрать оттуда у нас ничего не получилось. Мы решили взять ракеты и начать бахать территорию, казино. И начать мы решили с маленьких домиков, которые нам мешали больше всего. Первым делом я хочу вынести того ушлепка, который стрелял с эмки. Да. Тоже хочу. Вот эту вонючку, которая руинила целый день. Надо с собой сразу брать дерево, металл. Раз, два, три, четыре, пять. Руфкемпера хату идем мы выносить. Выселять, да. Так, смотри, откуда он стрелял? Давай вот отсюда в заднюю стенку. Давай вверх и вот так. В смысле, а как это так? Подожди. Окей.
О, стой, не бахай. О-о-о. О, вкусно. Шкаф сразу на улицу. А, мы ж не поставим шкаф на улицу, да? Я правильно понял? Я бы даже в МВК загрейдил, но... Есть камень еще? Пока ресурсики. У них наверху, возможно, что-то есть. Идут? Операция зачистка. Минус. У меня хилок нет. Есть хилки? На. За домом нашим, который зарейдили? Да. Прям за углом. Баба-буй. Убил. Пойдем отсюда. Чё, минус один хат. Тип крадется. Забей, уйдем. Уйдем. Топ-сети с калашом. Убила. Калаш забрала. Минус одна база. Минус ДНС ракет у них. Пускай восстанавливают. Как бы... Они должны знать, как бы, что это. Чья территория, да? Надо было раньше так делать. Просто бах и поставил шкаф рядом. Все. Слышу. Я легла. Он и меня убил. Это читак. Я его убил. У меня когда спал. Я убил читака. Ты залутала? Да. Там все наше было? ЛР, калаш. Топ-сеты. Алло? GG. Там читак под хату крался. Ты его убила? Да. Oh my goodness, man. Oh shit. Там, возможно, еще лут есть какой-то, как думаешь? Надо взять с собой берданки какие-то жалкие и пойти бурить, потому что читак сейчас придет, все заберет, и это будет жестко. Вот мы с тобой дичь устраиваем, конечно, на сервере. О, лестница плюс. Пусто вообще? Нет, ничего. Восстани наверх. Ой. Ой, это он с другого места уже стреляет. Это он слева, он не из дома стреляет. Вроде бы. Так и есть, он из дома стреляет. Вон он, вот он, это он стреляет. Бежит, пушит меня. Он умер. Что за лох? Он что, бракованные читы купил? Ай! Ой! Зажигалками. Может, мы его бахнем? А у нас пуки хватит? Он вот с этой двери выходит, крыша-то, понял, да? Попикай, пускай постреляет по тебе. Я его убил. Тут гантрап стоит. Два хита дал. Ломай турку. Найс, я забегу. Справа у него печки. И там гаражка дальше. Ну его если и бахать, то только по дверям. Я знаю, где шкаф стоит. Вот тут. У нас в доме оставались еще ракеты. Много ракет. И мы решили побахать у них все маленькие домики, которые сможем.
В онлайне их было двое или трое, и мы могли против них противостоять. Шкаф, пожалуйста. Нет шкафа. Нет. Надо было с другой стороны бахать. Шкаф открыт. Это круто. Полная фигня, конечно. Ничего, да? Да. Отличный рейд. Suck penis, bitch. Да, это приколы какие-то. Пусто? Да, двухи во всех ящиках лежат и картошка. Какой-то картофельный двушечник был. Любил картоху. Понятно. Тоже? Да, опять картоха тут есть. Но тут вместо двух и питон. Одному минус головы хана. Пойдем отсюда? Я чуть не умер. Оп, налево. Сенпай. Так, сколько ракет берем? О, завтра плюс ФПС будет, Леся. Зайдем, а тут уже домов нет. Алло? Алло, it's me. Готово? Да. Сзади. Сзади. Я чуть не сдох. Залп пошел. Найс, там ящики сверху. Дальше идем. Сколько у тебя ракет? Я стреляю. Тут нет шкафа. Шкаф справа. Ё-моё. Да, прикички. Тут гантрапы, аккуратно. Mm-hmm. Надо разбить вот эту фигню. Какую? Тут калаши есть. Джаггеры. Топсеты. О! Леся, забирай! Вот это нужно забирать. И относить быстро. Я жив, нормально все. Интересно, они все сныкают или нет? У нас под домом чел. С окна обычная ракета. Убил его. Можно залутать ракету у них. Чтоб вы понимали, это был самый первый дом, который мы рейдили еще в первом набеге. И он забыл нас выписать со шкафа, представляете? У этого дурака у меня есть билда. Прикольно. Ну я не палюсь. Я обратно стекло поставил! У него хата на 44 часа, у меня есть билда у него в доме. Мы его просто застроим потом. Который мы первый рейдили, помнишь? Я надеюсь, там что-то есть. Ой, там ящики. Кап. Понимаю. Это не окуп максимально. Но мы рейдили не ради окупа, верно? Да. Сколько жира? Я 1500 жира забрал. По мне стреляют. Аккуратно. Пороха. Пороха много. Не окуп, но это много. Он с крыши. Прыгай сюда, прыгай сюда. МВК было, дерево было. Можно с палки вырубить. И поставить сюда же шкаф. В МВК. Потратив все свои ракеты на эти домики, мы побежали снова фармить. И фармить уже на мейн. Ты чё проснулся? Ты чё, китаец? Чудерский мы начали. Только фермить собрались идти, уху! По таймингу. Леуш, ты по таймингу, брат.
Хватай сейчас бур! Сейчас твой, мне кажется... Чувак, Леуш, Леуш, Ставчик слушай. Надо скинуть. Леуш, слушай. Мы пахнули все вышки у них. Do you hear me? Бро? Come here. I'm very friendly. And patatas, bro, patatas. Okay, bro. Don't worry. Take it. You can save that. Блин, я уже сплю, а дорогу даже не вижу. А, нам на бандитку надо идти чай купить. Да, на бандитку едем, купим чай. Да я могу и без чая, по-моему. Да, не. Никто ничего не кормит, я думаю, там все равно кормление нормально будет. Да, ну так же куда быстрее будет с этим чаем, чем без чая. Ух, сочный, вкусный чай. Держи. Блин, ну ночью фермить в зиме с буром под чаем. Так, еще и в такую топовую атмосферную погоду это просто нечто. Не, ну когда настал рассвет, это стало еще более атмосфернее, серьезно. Рассвета у меня уже почти 3 строчки серы. Отлично поработали ночью, так сказать. Не, ну как бы тут у нас работа идет полным ходом. Чекай просто у нас тут наверху. Тут буквально немножечко печек прибавилось. Буквально чуть-чуть. Кто-нибудь скажите мне, это когда-нибудь кончится? Я уже стою за этими столами миллион лет. Я плавлю эту серу. Боже мой. Хочу забрать свои ракеты обратно. Блин, одно время фармить, чтобы у них что-то забрать, а другое время фармить, чтобы забрать то, что фармили мы, как бы. Отлично просто. Знаешь, какую мы можем кибитку отстроить? Прям на доме его, слышишь? Давай на доме его отстроим. Кибитку. У меня была такая идея. Кибиточку отстроим, смотри. Я кибитку отстроил, пацаны. Пацаны, я кибитку отстроил. Вот, найс обзор. И типа, офигеть, мы ему загрейдили хату. Дерево скинули вроде. Короче, это что, это что, бесплатное подумают, улучшение хата, дома, я не пойму? Хороший дом. Вот этот стульчик поставили. Зайдет весело ему будет, да. Ой, а давай вот так сделаем, стой. Все базуки зарядил. Которые у меня были... 20. С оружия 20 патронов на томе. Смотри, видите, но... вот эти стенки? Стой, 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 там еще турели должны у них стоять. Или нет? Я чуть не вижу турели там. Может, у меня, конечно, не пробил типа у нас под домом. Я, наверное, фиговые стенки бахаю, но это не точно. Двушку разрядил, скинул. Турелей нет, мы можем насквозь бурить. Тащи ракеты, базуки, все заряжены. Когда чекай с улицы, я так. Я взял 12 ракет. Полик. Голова 2000, голова 2000, он выжил, он обосрался, хилиться, ушел. Убил. Так, хорош, я иду. Можем подлутать его с пуликом. А там турели? По-любому же. Стой. Нормально. У него металл, чел. У него металл там стоит. Сверху уже посыпалось. Топ. Нет, еще одну. Топ тентер взломать. Все. Еще попробую одну. Так. Нет, сломалось. Спалки. Все. Гаражки нет. Выпьем и все. По 4 гаражки выносим. Хорошо. Ракеты есть? Куда? Вон туда. Нам надо нижний верстак. Снести, чел. Кровати. Кровати ломайте. Чем ВК у него. Я либо ракеты по кругу, либо... Пулик на крыше. М2, ракеты скинул. Катятся. Убил его. Щита дала пулик. Но он на отхил ушел, время есть. Он будет готов, то что он может сейчас вылезти внезапно. Могу еще 9 принести. Ну, вроде не вижу, но может в базуках еще. Нет, вроде 9. Что-то как-то... 10 ракет суммарно. Ракеты! Нашел! Все, много! Ракет, две строки ракет!
Мало-мало. Все. На 40 бегут два хазмата к вам. За домом, который рейдили первый, Дима. Ты понял, да? А, да, вчерашнюю хазму. Шкаф наш. Уже под стенами каменными хазмат. Понял. Ну, шкаф. У меня ракет нет. Один домик мы прорейдили, и нам оставалось зарейдить всего лишь второй мейн и казино. Мотоумку, как минимум. Он открыл. У меня 80. Все окей, у меня на этот. У меня пулич. Зелено. Открывает ко мне гаражку. Убил. Хорош. Там гантрап может быть. Я не хочу пока прыгать. Который я стрелял, наверное, и стреляю до сих пор. Все. Я сломал. Там вторая, которую я сейчас... Да, не дальше знаю, еще сломать. Есть. Ну, ты можешь обычными, лол. О, на... привет, пацаны. Что, типа сейчас? Что там? О, миллион вижу, ящиков. Да. О, я чуть не умер, найс. Она перелетела, вкусно. Найс. Так, у тебя калаш фульный? Да. Вот, возьми разрывные, добей, пожалуйста. Здесь первые две. О, привет, шкаф опять. Так, я знаю, вот, смотри, отсюда она бьет. Вот шкаф стоит. Вот его тогда и нужно бахнуть. Блин, здесь нет, это очень прикол. Еще одна ракета, я достреляю. Что, у меня еще есть одна? Бустани? Шкаф. Почему они ставят шкафы обратно в то же место, я не понимаю. Ну, подумали, это ж не придем мы обратно. Вот, здесь всё. Ничего не ставится, чел. А, ты про это. Походу. Дураки. Нет, не знаю. Да? О! Мы вернулись, привет. Так, магазины, Макс. Они куда-то задиспавнили порох, короче. Либо потратили. Шмот с этого дома нам уже был не нужен. Нам нужны были их шкафы. Весь этот лут мы решили раздать бомжам. Do you need workbench level 3? I can give you. I have so many workbenches. Yeah, boy. Я им третий верстак пойду там. Yes, come here, bro, come here. Take this. It's only for you, my friend. Yes. Thank you. What's up? Don't worry. Ah, it's you again. Это эти типы опять пришли биры. Hello. Единственный, блин, клан бомжей здесь. Тут бомжи прибегают и лутают все. Просто они друг с другом общаются, типа говорят, на, возьми вот это, типа. Это тот русский чел, он сейчас прибежит, Тим. Russian number one, говорит, на Russian number one. Do you need a key, my friend? Maybe for research? Okay, very nice. I don't have any BPs. Oh my God, you for real? Seriously? Yep, why not? I don't have, bro. I'm starving. Still бьют с твоего же калаша. Да, я сомневаюсь, что они такое сделают. Ты шо? Bye. See ya. Двушки выкидывай, нафиг они тебе нужны. У тебя, вон, смотри, сколько оружия. Тупо челик цели наворовал, говна там. А тут ему пушки такой ящик показывают. Все выкинул чисто. Блин, в раз нужно играть ради таких моментов, реально. Там ящик хазматов, смотри. Ящик пушек, там берданки, томсоны, патроны. Все, что тебе нужно, я уверен. Вот как-то так и заканчивается эта вся история с казино. Надеюсь, этот ролик вам понравился и вы оставили свою оценку. Всем спасибо за просмотр, всем пока!